Алиса, привет! Как дела у тебя? Тебе сколько лет? 5. 5 лет? Ты такая красивая! Всем привет из Одессы. Хочу вам рассказать, какой у нас образовался на Екатерининске вот такой вот стихийный базарчик. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Интересненького. Очень прям интересно. Я так понимаю, что тут все подряд. Кстати, сегодня у нас понедельник. Покупатель, часть нас всегда права. Товарищ, там 50 и 100. Это тирамису. Там 4 зубки. Я не использую. Вы присылаете товар, а потом подметали. Такой стихийный базарчик. Слушай, возьми, все, что хочешь. Да мне не надо это все. Мне ничего не надо. Ой, все пособирались. Мы принесли корма вкусненького. Все коти пособирались. Беги, беги, сейчас бегут. Кс-кс-кс-кс-кс. Так, куда мы пришли? У нас тут возле привоза есть, смотрите, вот такое вот сердечко, куда можно складывать крышечки. Мы их всегда собираем. Ришка, давай будем. Вот сюда их можно закидывать. Давай, если дотянешься туда, ну посмотрим. Так я буду и так много сначала. Ой, получается, Риш, супер. Давай. А я пока прочитаю. Видите, вот. Можно крышечки не выбрасывать, а можно их собирать. Такие разноцветные, разноцветные. Много сейчас. О, можно купить тапочки 150 гривен. А какой тут размер? Это не маленького размера? 36 по 41. 36 по 41. Угу. Спасибо. Так, это у нас вот прям возле привоза. Голуби греются на балкончике. Класс. А есть фишечки, которые на последние 100 километров? За сотку или нет? Сегодня вот весь вечер я жарила блинчики. Хочу вам показать, какие они вот у нас получились. И смотрите, я только что принесла. Риша говорит, вот это на цыпленка похож. Реально? Напишите в комментариях, как вы думаете. Посмотрите, даже вот здесь вот сбоку, как будто бы, да, Риша, как будто бы как крылышки, да, от цыпленочка, да, смотрите. Ну, это больше голова. И вот тут вот такая голова. Цыпочка именно, да, такая? И глаз. Клювик. Ой, такой красивый. Тут разные формы есть блинчики. А, вот она, вот она, вот она, вот она. Смотрите, это лапка, как будто бы кошачья лапка. Правда красиво?